абсолютно липы, потому что думают, что мне до этого есть хоть какое-то дело. Абсолютно точно нет, потому что они делают что-то действительно годное иногда. Заходили в него, скачивали все вот эти вот компоненты, все прочее, там был Valorant, вот это вот, знаешь, Dota 2, а ты до сих пор в этот самый вот, допустим, какой-нибудь там, не знаю, Fall Guys еще есть штуки, но они, знаешь, они тебя вот, они, знаете ли, похожи, ну там одинаковые баги, там все вот эти вот. И разумеется, непонятно, какие функции будут выполнять Android Addon, потому что я даже представить, если честно, не могу. Вы знаете, я постоянно не могу представить, а потом все, отдыхайте теперь, там вот делайте вот свои прочие вещи. И на андроиде, и во всех прочих вещах, и вообще. Однако, отрицать то, что Absolute Role Play, знаете ли, делают постоянно... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Уже достаточно большое количество времени я рассказываю вам, знаете, об одном и том же, там, о Black Rush, о Brilliant RP, об Advanced Roleplay, обо всех вот этих вот, знаете, прочих вещах, но забываю вот самую такую, знаете, вот по-настоящему вот классическую классику, прям вот, знаете, масло масляное моего вот этого, знаете, GTA Самповского, GTA Самп Ютуберского, GTA Самп, всего прочего моего вот этого вот канала, Absolute Roleplay, потому что когда-то в начале, вот знаете, своей вот этой вот, знаете, ютубовской карьеры и всех прочих вещей, я такой типа, а вот Absolute Roleplay, а там вот интересно, есть боты, или их там нету, или что, или как, или где. Кстати, на этом видеоролике собираем 200 дизлайков, и новый видеоролик выйдет сразу же, может быть попозже, может быть пораньше. Лайки можете не ставить, но если поставите, то тоже будет неплохо, и поэтому да. Потому что это видеоролик по Absolute Roleplay, тут должно быть много дизлайков. Без этого ролик по Absolute Roleplay, это не ролик по Absolute Roleplay, это какое-то конченое говно для имбецилов. Для дебилов и для людей, которые вообще, ну, в общем, вы знаете, что я хочу тут сказать. Это абсолютно точно не важно. Поэтому сегодня у нас видеоролик про Absolute Roleplay. Я уже, знаете, так вот, я соскучился по нему. Последний ролик про Absolute был, ну, не то чтобы давно, но достаточно такой... значительный промежуток времени, чтобы я уже успел соскучиться по нему и мол, ох, да что ж там с моим Absolute Roleplay, да что ж там с моими вот этими всеми прочими людьми, которые там вот заходят под мои видеоролики про Absolute Roleplay, такие типа, ой, да ты ничего не понимаешь, да вот Absolute Roleplay это вот такой-то проект, там вот такие-то вещи, там много всяких вот этих вот интересных вещей, ты ничего не знаешь, мя-мя-мя-бе-бе-бе, вот это вот все прочее они говорят и такие типа, думают, что мне до этого есть хоть какое-то дело, абсолютно точно нет, потому что, ну типа, можете писать, можете говорить все, что угодно, а Absolute Roleplay для меня останется проектом, который имеет такую, знаете, смутную репутацию в плане ботов, в плане всего вот этого прочего. Возможно, я купился на такие, знаете, видеоролики от Вертеича, на видеоролики от Мистера Кея, на свои видеоролики я, может быть, купился. И в целом, теперь считаю, что Absolute Roleplay это не особо такой, знаете, благосклонный ко всем вот этим вот проектам проект. Однако, отменить того, что они делают что-то действительно годное иногда, это как бы, ну, будет, так знаете, опрометчиво и очень ангажировано с моей стороны, потому что, ну, Absolute Roleplay в самом деле разрабатывают большое количество разных модификаций, и самое популярное у них это самподон. Возможно, вы его могли видеть, если вы в самом начале вот этого вот всего Arizona Games лаунчера заходили в него, скачивали все вот эти вот компоненты и все прочее, там был интегрирован как раз таки этот самый самподон. Возможно, когда вы только начинали играть в GTA Samp со своими какими-то друзьями, со своими вот этими вот прочими людьми, это сейчас, если ты кому-то скажешь, что играешь в GTA Samp, а еще если скажешь, что играешь на каком-нибудь Absolute Roleplay, разумеется, об тебя начнут вытирать ноги и говорить, мол, чел, нет, ну существует столько игр, там, знаешь, что-то вот CSGO, Valorant, вот это вот, знаешь, Dota 2, а ты до сих пор в этот самый вот, допустим, какой-нибудь там, не знаю, Fall Guys еще есть, а ты до сих пор вот в этот вот самый свой GTA Samp играешь, ну для чего он тянул, о, чё, подожди, ты еще и на телефоне в GTA Samp играешь, Arizona Mob, нет. Чел, ну ты точно какой-то имбецил. Не, ну в самом деле, на телефоне можно, знаешь, вот это вот играть. Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, а вот эти вот твои все штуки, но они, знаешь, они тебя вот даже слишком уже позорят, и ты уже, ну как бы становишься человеком второго сорта, можно вот так сказать. Однако, к чему я все это вел, к чему я все это клонил, подводка, она, знаете, закончилась, теперь можно уже перейти к основной теме данного видеоролика. Absolute Roleplay заявили, вернее не заявили, а сказали, мол, а вы знаете, GTA Самповская вот эта вот вся компьютерная версия и
GTA самповская Android-версия, они, знаете ли, похожи, ну там одинаковые баги, там все вот эти вот одинаковые лаги, одинаковые гличи, фризы, там вот эти вот все прочие вещи, и поэтому не исключено, что для мобильного вот этого всего GTA Sampa, GTA Sampa на Android, GTA Sampa на все вот эти вот прочие вещи, не исключено, что для него также выйдет какой-нибудь Samp Addon, Android Addon и вот все вот эти вот прочие вещи от Absolute Roleplay. И разумеется, непонятно, какие функции будет выполнять Android Addon, потому что, ну понятно, что выполнял Samp Addon, он как бы там, знаете, русификация была, какие-то вот эти вот, знаете, встроенные модификации от Absolute Roleplay, какой-нибудь там, не знаю, анти-АФК, что-то наподобие того, а вот что они смогут сделать на Android? Вот меня просто вот это вот интересует, потому что я даже представить, если честно, не могу. Вы знаете, я постоянно не могу представить, а потом все это выходит или все это не выходит, и я такой, типа, в случае, если все это не вышло, я такой говорю, а я же говорил, что оно не выйдет. Нет, ну вот, вы видели, я же говорил, что оно не выйдет, а оно вот и не вышло, как бы, ну вот, я был прав, а вы, возможно, были неправы, и вы поэтому, ну вот, все, отдыхайте теперь, там, вот, делайте вот свои прочие вещи. А в случае, если оно выходит, я выпускаю еще один видеоролик, в котором говорю, мол, вы знаете, Absolute Roleplay-то они все выпустили, они вот обещали, пообещали, сделали, и теперь вот этот вот весь Android Addon, им пользуются абсолютно все игроки GTA Sampa, и на Android, и во всех прочих вещах, и вообще, Absolute Roleplay стал, знаете, топ одним проектом в GTA Sampa из-за своего вот этого, знаете, Android Addon'а, просто когда ты пытался зайти на какой-то определенный проект, тебя перенаправлял на Absolute Roleplay, ты типа не мог ничего с этим поделать, и поэтому вот Absolute Roleplay стал топ одним проектом в GTA Sampa и удерживает вот эту, знаете, всю свою позицию. Однако, отрицать то, что Absolute Roleplay, знаете ли, делают постоянно все вот эти вот какие-то нововведения, все вот эти моды для Android, для GTA Sampa, для вот прочих вещей, это, ну это сложно будет, да, даже для меня, для человека, который постоянно идет в отрицание, который постоянно такой, знаете, вот как меня назвал когда-то Бурбон, я типа такой нигилист, да, вот, и все прочее, однако, ну, типа, такое себе. А вы можете поделиться своим мнением в комментариях, сказать, мол, как вам вот этот вот весь Samp Addon, Absolute Addon, Samp Android Addon, самповские все вот эти вот прочие вещи, баги, гличи, фризы, все прочее, вы можете всем этим поделиться, сказать, я в комментариях все это прочитаю, и такой, типа, вот, ну да, вот вы в целом все это сказали, я теперь, типа, вот, все это понимаю, спасибо вам, люблю вас. А, кстати, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, но если это мало ли кому-то, вот, знаете, будет интересно, типа, чуваки такие, слушай, на каком проекте ты играешь? Я слышал что-то Ари, что-то Зона, там есть Мобайл, может быть, даже есть, а вот на каком проекте ты играешь, в самом деле? Ну, ты хоть расскажи, пожалуйста, а то мы, типа, сидим, ждем и не знаем, на каком проекте ты играешь. А я вам и говорю, Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, вся эта информация находится в описании данного видеоролика, там же находится мой промокод NoToxic54, а там же еще находится ссылочка на мой телеграм-канал, там находится много всего, поэтому заходите, узнавайте всю вот эту, знаете, информацию, и чтобы все у вас всегда было замечательно, хорошо, и чтобы вы всегда были отличными людьми. Увидимся тут же завтра, я не знаю во сколько, но я постараюсь выложить ролик к 20:00, а уж во сколько он выйдет, тут уж извините, а куда деваться, непонятно куда деваться, поэтому спасибо и до свидания всем.